Всем привет, друзья! Вы на канале Воин. Александр Усик заявил о намерении сразиться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Фьюри не ушел на пенсию. Он хочет со мной боксировать, и моя команда будет работать в этом направлении. Я либо буду боксировать с Тайсоном Фьюри, либо не буду боксировать вообще. Только бог знает, стану я абсолютным чемпионом или нет. Но моя команда поможет мне в этом. Слава богу за все. Тайсон Фьюри прокомментировал заявление Александра Усика о желании с ним подраться. Они оба были дерьмовыми. Это был один из худших титульных боев в супертяжелом весе, который я когда-либо видел. Доставайте свою чековую книжку. Цыганский король здесь, чтобы остаться навсегда. Василий Ломаченко прокомментировал победу Александра Усика. «Это много значит, потому что это большая победа для нашей страны. Извините, я не понимаю, как объяснить на английском. Это большая победа. Дальше я хочу увидеть зеленый титул WBC. Неважно, с кем за него будет драться Усик, с Фьюри или с другим боксером. Джошуа немного поменял стратегию, но это ему не помогло, потому что Усик находится на другом уровне. Вернется ли Фьюри? Извините, я не знаю». Ленокс Льюис высказался о победе Александра Усика над Энтони Джошуа. «Отличный бой Усика. Поздравляю с победой. Определенно заслуженный результат. Джошуа показал хороший бокс. Не волнуйтесь за него. Впереди еще большие бои, которые мы хотим увидеть». А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока.